А знаете, не будет никакого потом. Потом еще хуже, чем если, потому что, когда грянет гром, труднее в 100 раз, чтоб воскресли. Потом это просто мираж, остывший, испорченный ужин. Потом это выход в тираж, когда уже стал ты не нужен. Потом никогда не сейчас. Потом это символ отказа, потому что потом не для вас. Потом как разбитая ваза. Иной говорит: «Я потом позвоню, как только, так сразу». Но это как съехать умом и струны порвать контрабасу. Потом, может быть, как-нибудь. Потом это чтоб не обидеть. Потом это как обмануть, чтоб было сейчас заплатите. Потом это полная чушь. Уж лучше давайте чуть позже, но слово тогда не нарушь, иначе отпустишь вновь вожжи. Потом не бывать никогда, как свадьбе на панихиде. Потом это почти что всегда усопший в ухоженном виде.